Герцогиня Сассекская уже мечтает, чтобы будущий ребенок играл на пианино. Меган Маркл пригласила Элтона Джона в качестве учителя музыки для своего ребенка. Инсайдеры уверяют, что сэр Элтон дал предварительное согласие. 72-летний певец имеет давние связи с королевской семьей. В свое время Елизавета II даровала ему титул, и теперь его называют сэром Элтоном. Кроме этого, знаменитый исполнитель выступал на свадьбе Гарри и Меган в мае прошлого года. После гибели в автокатастрофе принцессы Дианы в 1997 году Элтон Джон посвятил ей песню «Candle in the Wind» — «Свеча на ветру», она стала знаменита на весь мир. Теперь же, когда первенец принца Гарри вот-вот появится на свет, именно Элтона Джона будущие родители видят в качестве наставника, который будет приобщать их наследника или наследницу к миру музыки. По сообщениям источников, музыкант сдружился с герцогом и герцогиней Сассекскими, и они лично обратились к нему с просьбой научить будущего малыша играть на рояле. Последнему осталось родиться. Меган и Гарри обожают Элтона и были в восторге от его пения на их свадьбе. Меган считает, что певец является идеальным кандидатом в учителя музыки, добавляет инсайдер. Он же отмечает, что Джон уже дал свое согласие. Музыка важна как для Меган, так и для Элтона, поэтому кто может быть лучше? Цитирует источник The Mirror. Напомним, что когда принц Гарри обратился к автору хита The Circle of Life, круговорот жизни, с просьбой сыграть у него на свадьбе, Элтон ответил: «Кто-нибудь тут знает, как играть на пианино?» Отметим также, что на свадебных торжествах Меган и Гарри певец исполнил свои четыре самых известных хита.